Всем привет! Сегодня мы приготовим шашлык из сыра. Итак, поехали! Для начала добываем огонь. А для приготовления этого блюда нам понадобится минимум продуктов. Сыр сулугуни, слоеное тесто и яйцо. Вырезаем сыр. Немножко помельче сделаем. Насаживаем на шампура. Посыпаем нашу досочку мукой. Затем берем тесто, отрезаем кусочек и раскатываем. Так как скалки нет, будем использовать бутылку. Так, немножко раскатали, берем наш шампур с сыром и аккуратненько закручиваем. Плотненько прижимаем. Все это дело. Вот что у нас получилось. Накрываем салфеточками и ждем, пока прогорят наши угли. Угли у нас готовые, взбиваем яйцо, смазываем наши шашлычки и идем жарить. Прошло минут 10, и наши шашлычки готовы. Ну что, осталось продегустировать. Сыр уже начал вытекать. Я-то плохо склеил. Вот так возьмем. Красота. Просто объедение. Для любителей сыра это будет просто находка. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!